И там же во Львове Ульяна Супрун сообщила о том, что сыворотка от ботулизма появится уже на этой неделе. Министерство обратилось к ЕС, ООН, к Красному Кресту с просьбой доставить препарат как гуманитарную помощь. Напомню, в Украине сыворотку не закупают с 2014 года. Закончилась лицензия на российский препарат. На прошлой неделе Госпотребслужба рекомендовала не продавать вяленую рыбу. Тем временем еще один мужчина заболел ботулизмом в столице. Этот же диагноз подтвердили у пациентки в Запорожской области. Первые случаи заражения были зафиксированы в мае. С тех пор в Украине ботулизмом заболели 19 человек. В Киевской, Херсонской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Одесской и Запорожской областях. Троих спасти не удалось. Ми попросили від ПРООНу і від Червоного Хреста, щоб вони нам передали як гуманітарну допомогу, бо сировитка не є зареєстрована в Україні, її не можна закуповувати легально, але можемо привезти як гуманітарку. То чекаємо на цьому тижні, щоб вже приїхало.